синем углу, firing out of the blue corner. Ему 24 года, рост 170 сантиметров, вес 57,2 килограмма. Его рекорд 6 побед, ни одного поражения. Его стиль ММА. Ladies and gentlemen, he's 24 years old. He stands 170 centimeters tall, weighing at 57.2 kilos. His undefeated professional record, 6 victories and no losses. His style is MMA. Ladies and gentlemen, representing Badakhshan, Afghanistan, here is Abdulkarim Badakhshi, the undefeated. Его соперник в красном углу. His opponent fighting out of the red corner. Ему 29 лет. Рост 162 сантиметра. Вес 57,15 килограмма. Профессиональный рекорд 8 побед при 5 поражениях. И его стиль ММА. Ladies and gentlemen, he's 29 years old. He stands 162 centimeters tall. Official weight 57.15 kilos. He's MMA specialist. With professional record 8 victories with 5 losses. Representing Tashkent, Uzbekistan, Komarov Nurmatov. Рефери Дмитрий Фалуевич. Статистика на ваших экранах. Абдулкарим Бадакши против Холмурода Нурматова. Прилично выше боец из Афганистана. При этом он довольно часто уповает именно на ударную технику. Плюс он непобежденный боец. Итак, смотрим. Любопытно так сейчас Бадакши начинал, сидя на коленях. С фронт-кика начал свои атаки Абдулкарим. Да, потому что разница в росте и низковато так подсаживается Нурматов, поэтому как будто напрашивался этот удар. И я думаю, что еще не раз попытается Бадакши именно таким приемом воспользоваться. Хороший лоу-кик. Прям по икре заряжает Нурматов. Хлестко. Взрывается его публика, его болельщики. Правосторонняя стойка. Левши у Бадакши. Получилось в рифму, да. Здорово. И тут преуспеваешь. Очень нервное начало. Сайд-кик не получается по большому счету у Абдулкарима. В футболе есть понятие, до первого гола идет игра, а потом начинается такое серьезное раскрытие. А вот здесь вперед пошел Нурмата. Вот он тот самый взрыв. Да, и Холмурод не стал включать второй темп, отпустил немного соперника и ситуацию. Вновь показывает давление, показывает очень хорошие финты, быстрые, скоростные. Совсем скоро начнутся и удары. Прицеливается? Нет. Здесь хлестко отбивается Бадакши. Если мне не показалось, головами стукнулись бойцы. Не очень сильно. Слава богу, что без рассечений, что очень обидно бывает. Очень бодрое начало было Абдулкарима. Но затем после первой удачной атаки от Нурматова он пыл свой немного поумерил. Но Нурматов подавливает, подавливает, подавливает. И возле сетки уже начинает включаться. Лоуки. Смотрите на икру Абдулкарима. Она уже красная. И проблемы с левой ногой могут начаться совсем скоро. Еще пара лоу-киков, и, скорее всего, все будет очень сложно для Бадакши. Ну, Бадакши распрыгал немножко ногу, стало легче. И вот еще одна попытка, да, совершенно верно, Алеш. Такие прям футбольные лоу-кики получаются у Холмурода. На вылет пытается пробить. Да, а-ля пенальти из Прайда, вот, с той же самой амплитудой. Да, до сих пор еще сокер-кики кое-где разрешены. Контролирует пространство Холмурод. Зависают опять. Ух ты, пошел вперед Бадакши. А вот если он постоянно будет идти вперед, очень интересно, как же будет развиваться этот поединок. Нарматов опять выцеливает и опять лоу-кик. А вот здесь чуть-чуть уже подтаскивает. Поменял эту стойку. Ногу. Совершенно вот верно. Потому что пытался не показывать этот урон. Но мы видели с Алексеем. Здорово. И сразу же полетели удары от Нурматова. Буквально коршуном он летит вперед. При этом сохраняет хладнокровие. Пока очень грамотный первый раунд проводит Холмурод Нурматов. Чем ответит Бадакши? Пока вообще непонятно. Вот ух ты! Здесь! Вот чем ответит. Левый снизу и повело немного Нурматова. И не догнал вертушкой, а так хотелось.
быстрые парни. И очень хороший стартовый взрыв у обоих. Злится, конечно, Нурматов на себя в первую очередь. И просто уничтожает эту переднюю ногу, которая опять назад убирает Бадахши. И все больше и больше потаскивает за собой. Да, афганскому бойцу и опираться на нее становится уже больно. И, в принципе, теряет он в скорости. Инстинктивно вытаскивает ее вперед, но опять заставляет ее убирать, потому что еще пару, и даже, я думаю, один удар может стать решающим. Слева зацепил Нурматов. Минута еще в этом раунде. Выцеливает правый прямой, возможно, или боковой удар. Мурод. Как интересно. У-у-у! Мидл-кик плотненько. Подсбил дыхание точно. Теперь уже ответные действия от Бадахши. Фронт-кик мимо. Было опасно. Успел голову в левую сторону от себя увести. Нурматов. И здесь вертушка. И непонятно, куда метил. То ли в голову, то ли в корпус. И ближняя нога опять то впереди, то сзади. Заставляет себя убирать. И здесь Нурматов хорошо разряжается. Больше по блоку. Большая пауза, последние секунды. Ну что ж, в этом раунде мы увидели многое от Холмурода. Был неплохой старт у Бадахши, он умеет бить по второму этажу. По корпусу пропустил в область селезенки, взвинчивает темп Бадахши. Здорово, по корпусу уже попал Абдул-Карим. Хорошо, это было плотно. Я так понимаю, что это были болельщики Абдул-Карима. Очень нервно проходит этот поединок, в частности, для их любимца, потому что вот сейчас есть у меня возможность посмотреть на левую икроножную мышцу Абдул-Карима, и там такой цельный большой красный кровоподтек. Просто истязал всю ногу на протяжении раунда Холмурод, где была возможность, там лупил туда со всей силы. Вот здесь пошатнул Холмурода уже Бадахши. Сейчас мне любопытно, насколько аккуратно будет относиться к левой травмированной ноге Абдул-Карим, и сразу ли будет он ее прятать, потому что видно, что все-таки стойка именно в правше для него, прошу прощения, в левше комфортно ли? Ну, он умеет работать и в той, и в другой, но опять же, Нурматов понимает, что в принципе он уже вынудил соперника работать только в одном режиме. Полетел лоу-кик уже под другую. Ух ты! А вот это очень сильно осложняет. И вот левая нога опять назад. Сложно заставлять себя. Но в правше комфортнее, конечно, работать Бадахши. Тут по голове, но все по блоку. Мимо. Вот, да. Холмурода. А так хотелось. Вот пока к этой секунде Нурматов не допустил ни одной ошибки. Практически ни одной. На сближении неплохо, с защитой полный порядок. Вот казалось бы здесь, Бадахши идет вперед, лежит коленом, но по руке попадает. Клинч. Что отсюда, кто физически сильнее? Спускается под одну ногу Нурматов. Зашагивает. Нет, не получилось. Да, очень длинный для Холмурода Абдул-Карим. Неплохая была попытка еще там под опорную завести ногу. Отлипают от сетки ненадолго и размыкается, собственно говоря, и клинч. Есть незначительные повреждения на лице у каждого. И еще раз напомню, что все поединки у Абдул-Карима завершились досрочно и в его пользу. Хотел заострить твое внимание на том, что левой ногой Бадахши бьет уже с трудом. Выставил вновь в левую, хорошо пробивает боец из Афганистана. Молниеносный совершенно фронт-кик.
Очень опасно. Да, как только приближаются бойцы к нашей комментаторской позиции, прям бросается в глаза в первую очередь скорость ударов. Немного снизился темп. Как раз в середине боя это произошло. Промахнулся и тот, и другой, но в итоге выиграл пространство Нурматов. Боковой не заходит, ответный удар от Бадакши тоже. А вот колено с разножки был уже получше, хоть и по защите, как и этот хайкик. Здорово! Стал плотно работать Абдул-Карим. Увеличил темп. Нурматов завелся тоже. Опять из правши Абдул-Карим. И нужно вспомнить, наверное, про лоу-кик Холмуроду. Сделает это он или нет, потому что опять прячет ногу назад Бадакши. По корпусу пробивает Холмурод. Хайкик по защите. Внимательности хватает пока и тому, и другому не пропускать тяжелые панчи. Меняет стойку Абдул-Карим. Давление от Нурматова. В этом раунде Нурматов лоу-кики не попадает, по большому счету. Вот здесь даже через руку по уху достал, как легко выбрасывает ноги Абдул-Карим. И сигнализировал Нурматов дважды, мол, это по блоку. О чем ты говоришь? А вот здесь целился прям с правой руки, подходил, целенаправленно работал. По-прежнему нет борьбы. Есть через руку попадание. Здорово, с левой плотно было от Нурматова. Очень неплохой уровень показывает Бадакши в этом поединке. Вообще супер конкурентным получается и этот поединок. Из числа тех, что мы увидели. Плотно. И здесь по корпусу достает. Бадакши 30 секунд уже. Очень интересный раунд у нас получается. Поддавливает Абдул-Карим в концовке. Пытается. Ой-ой-ой! Колено пробил. Бежит вперед. Еще одно колено. Завелся по полной программе. Бадакши полетели удары. Да, там что-то по защите. Но просто не отпускает Абдул-Карим соперника. С ума сойти. Еще одна попытка колена. Это ведь не третий раунд. Еще колено. Еще. Как доворачивает их Абдул-Карим. Фантастика. Вот это концовка. И самое-то любопытное, что с точки зрения физической кондиции, да полный порядок, Бадакши вообще не садится еще. Вот только сейчас. Совершенно не удивлюсь, если на судейских карточках 1-1. Так, впереди третий раунд. Абдул-Карим Бадакши против Холмурода Нурматова. Решающий раунд. Очень может быть, что на судейских карточках сейчас 1-1. Ну, это было зрелище, не иначе. Хочется еще продолжения, как говорится, как говорил Иван Васильевич, банкета. Надеемся, что он случится. Фронт-кик. Летит вперед Нурматов, но тут же в защиту. Видно, что за минуту восстановился от того шторма, который ему организовал Бадакши. В первом раунде очень здорово поджимал Холмурод Нурматов. И как раз заряжался больше тогда, когда нужно. Сейчас же старается вкладываться буквально в каждый удар Нурматов. Бадакши достал до корпуса, показывал ему Холмурод, мол, давай еще.
покажи все, что можешь. Сайдкик там, в опорную ногу. Это очень неприятно. Ну, так или иначе, Абдул-Карим со временем начал разыгрывать вот эту карту на дистанции. Очень много ударов по второму этажу левой ногой. И, конечно же, шикарные колени. Холмуроду однозначно нельзя заходить в клинч, потому что очень удобно работать Бадахши. По высоте колено просто как к себе домой залетает. Только с дистанции, только на подскоках и отходах. Здесь по защите хайкик. Неплохо. Вот теперь Холмурод слева все-таки чуть-чуть лучше попал. Мимо. И опять правое колено. Молниеносно. Но это хождение по тонкому очень льду, честно говоря, со стороны Холмурода. Корпус, похоже, пробил. Бадахши несется вперед. И сейчас мы видим, что функционально действительно здорово выглядит Абдул-Карим. Это вообще первый, третий раунд в его карьере. Так, какой поединок? Как все-таки напряженно он складывается. 2 минуты позади. Пока интереснее в этом раунде выглядит Бадахши. По корпусу отвечает Нурматов. Где же лоу-кики Холмурода? Как они ему помогали в начале боя? Да, совсем не помнит об этом элементе, а в самый раз может быть. Хотя дальнюю ногу продолжает убирать назад Бадахши. А вот теперь борьба! Действительно, Холмурод пытается бороться. Говорит ли это о том, что его не устраивает то, что происходит в стойке, или просто не видит уже другого варианта? И пытался все левой ногой зацепить правую, для того, чтобы вывести окончательно из равновесия Бадахши. Но все, что пока удалось, это запереться, упереться в оппонента. И Валуевич следит за тем, чтобы не было зацепа за сетку, не было нарушения правил. Ей, кстати, прихватывается за сетку, действительно, совершенно верно, Холмурод Нурматов. 120 секунд до конца. Разворачивает Бадахши соперника. И в итоге разрывается дистанция. Здесь вновь точно Абдул-Карим. Чуть-чуть дистанции нет. Не хватает Холмуроду, простите. 1-1. Очень неплохо. Тянется уже Нурматов за ударами. Хорошо Бадахши уходит. Размашистые удары начинаются у Холмурода. Но опять же, желание хоть отбавляй, нос разбит. Затруднено дыхание, возможно. Но какая скорость, как идет вперед Нурматов. Конечно, это дорогого стоит. Не случайно Абдул-Карим считается одним из самых перспективных бойцов из Афганистана вообще в мире. Здорово. Еще один удар попадает. Попал одним ударом уже Нурмата. Здесь достал и сам пропустил. И еще да. Раз. И еще. Итак, призывает зарубиться, устроить настоящую драку Холмурод Нурматов. Кровь льется просто на настил. Так можно доиграться, но это все приближает нас потенциально и к концу, и, возможно, к досрочному завершению, которое будет сенсационным. Почему же сенсационным? Но... Непобежденный боец из Афганистана, все 6 побед нокаутом с рекомендацией VCA Young Eagles. Шикарная статистика была до, и, возможно, останется и после. Этот раунд выигрывает Бадахши. Ну, я имел в виду с точки зрения того, что очень упорным получается этот поединок и громко в конце может быть. Да, для 24 лет классную технику и тактику показывает Бадахши. Здесь заход в борьбу от Нурматова, но уже последние секунды. Вот в своем боксе чем-то даже Парье напоминает Бадахши. Аплодируем стоя этим парням, вне всяких сомнений. И да, забраться на сетку здесь вполне закономерно, и это абсолютно правильно. Потому что это был яркий, хороший и очень тяжелый бой для обоих. Да, действительно, скала оказалась неприступной для Холмурода Нурматова. Но сейчас давайте дождемся судейского вердикта. 3-й раунд, понятное дело, Абдул-Карим выиграл. Ну, так или иначе, что бы ни было, честно говоря, скажу простую вещь, что
этих парней хочется еще посмотреть дальше, посмотреть с другими соперниками из их весовой категории, потому что уровень оппозиции, скорости и самое главное, друзья, темп. А темп всегда обосновывается хорошим тренировочным лагерем, правильным подходом, накоплением тех самых пресловутых митохондрий, которыми эти парни воспользовались на протяжении всей дистанции этого боя. Просто шикарно, шикарно наблюдать за подобным выступлением. Серьезное рассечение на носу у Мурода Нурматова. Итак, давайте слушать. И прежде чем будет озвучен судейский вердикт, аплодисменты обоим бойцам! Your applause for the both fighters! Итак, по завершении этого боя обратимся к судейским запискам. After the end of action, we go to the judges' scorecards. Первый судья, George Wan. 29-28, 29-28, Бадахши. Второй судья, Джордж Ту, 29-28, 29-28, Нурматов. Судья 3, 4 и 5 одинаково оценили поединок, 29-28. And Georgia 3, 4 and 5 are in agreement, scoring the same, 29-28. Таким образом, раздельным и все-таки раздельным решением Абдул-Карим Бадахши выигрывает в этом противостоянии, но все-таки судьи видели этот бой по-разному. Дамы и господа, Абдул-Карим Бадахши, дайте шума! Абдул-Карим, как ты себя чувствуешь после дебюта и после такого близкого боя? How do you feel after the debut in this close fight? Thank you so much. Всем спасибо. Салам алейкум. Thank you so much for everyone support me. My brother, all Afghan fans, my Tajik fans all support me. And my all people from Afghanistan. Assalamu alaikum. I know you watch my fights tonight, and I'm so happy I can victory in this fight, and I'm so glad I can feel about myself because I'm so happy. And thank you for my coach Ahmad Salim, my best coach Tajik coach. Thank you so much, and my boxing coach Sahib, and my coach, my this coach Sharjang, and also. Thank you for business mind, Lola Nauruz, and my big brother, my best friend, Lola Khosrau. Thank you so much. Thank you. Thank you for everyone. Spasiva. Thank you so much. ACA and my manager, my brother, Ustad Najib. Thank you. And the next one, my brother Abdulaziz Bodakshi, coming. And. One thing I want to message for any someone Russian guy who beat three Afghans, and I am here, Denis Kanakov, I am here. If you want to fight, come fight for me, with me. Thank you for everyone. Благодарит за дебют Абдул-Карим Бадахши. В первую очередь передает большой привет своим афганским, таджикским болельщикам, выдал благодарности всем своему тренерскому штабу и вызвал, самое главное, Дениса Конакова для следующего поединка. Поэтому мы с нетерпением ждем возвращения твоего в клетку. Let's see in the second fight.